Величко Алексей! И его оппонент в этой схватке Владимир Пивоваров! Да, да, да. Просто черный. Да, да. 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 Да.
Thank you.
5 минут осталось. Да, меня чуть, короче, мне на 10 минуте блевать захотелось уже просто от этой борьбы. Я решил, что надо заканчивать. Надо начинать там курсы платные продавать, ну, как бизнес-тренинги, только по борьбе. Минута.